На центральном катке Люберец звезды отечественного хоккея встретились с командой жителей округа. Это очередной матч зимней серии игр уникального проекта «Выходи во двор», реализуемого по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. На матче «Легенд» работали мои коллеги. Перед началом игры известные тренеры провели мастер-класс для юных хоккеистов. Мастерством владения клюшкой поделился и олимпийский чемпион Игорь Болдин. Мы хотим вернуть детей на улице, как мы сами раньше занимались. От этого же только толку больше. Сейчас они что, катаются полтора часа там где-то, занимаются и все. А больше они нигде не занимаются. Поэтому, если мы их вернем на улице, я думаю, у нас хоккей от этого лучше станет. Алексей Пономарев занимается хоккеем 2 года. О том, что выйдет на лед с легендарным спортсменом, даже не мечтал. Сделали хорошее мероприятие, которое должны видеть все люди. Все люди должны знать, что такое хоккей и наслаждаться спортом. Считанные минуты остаются до начала. Матч «Легенд» собрал несколько тысяч зрителей. Всех желающих трибуны вместить не смогли, поэтому на площади установили большой экран. Является территорией спорта. И, конечно же, сегодня этот праздник подарит всем дополнительные эмоции. На ледовую арену подборное приветствие зрителей вышли легендарные спортсмены во главе с капитаном команды, двукратным олимпийским чемпионом, 7-кратным чемпионом мира Вячеславом Фетисовым. Еще помимо того, что он территория спорта, еще будет территория хоккея, еще одна точка роста в Московской области, где хоккей станет одним из главных видов спорта. Поэтому, надеемся, не раз еще приедем сюда для того, чтобы пообщаться, поиграть с мальчишками. Соперниками звездной команды стали юные воспитанники хоккейного клуба «Зенит», известные блогеры и жители округа. Мы очень рады быть в гостях. Отличный прием, отличная организация. Хотим поздравить город с 400-летием. И надеемся, что здесь будет и закрытый каток, где мы приедем на открытие, обязательно поучаствуем в празднике спорта и именно хоккея. Вместе с легендами хоккея на лед вышли министр спорта Московской области Дмитрий Оборенов и российские футболисты Роман Широков и Роман Христич. Приятно, конечно, выходить на один лед с легендами с нашими. И настроение очень хорошее. Всех с праздником. И 400-летие грядет города нашего родного. Очень радостно. Спасибо, что такое мероприятие в нашем городе состоялось. Раньше всегда играли летом в футбол, зимой в хоккей. Просто не было таких шикарных условий. Спасибо, наверное, надо сказать губернатору за то, что делает такие программы отличные. Появляются такие катки. Раньше играли на прудах замерзшим. В зимнем сезоне проекта «Выходи во двор» матч в Люберцах стал третьим. С небольшим отрывом в этой игре победили легенды хоккея. Нам очень нравится, мы сами занимаемся хоккеем, были на мастер-классе, очень рады. Все очень понравилось, очень интересно, мы пришли сюда раньше всех. Эмоции, переполняющие через край. Здорово, шайбу! Молодцы, спасибо огромное! Матч «Легенд» открыл серию мероприятий, посвященных 400-летию Люберец. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.